А от, до речі, давайте долучимо до нашої розмови, якраз зв'яжемось з Китаєм, безпосередньо місто Пекін. Там Андрій Дрофа, кореспондент, українець, і який українець, який не виїхав безпосередньо з Пекіну. Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Дякую, що долучилися до ефіру. Знаю, що у вас друга година ночі у Пекіні. Я дуже вам завдячений тим, що все ж таки знайшли час у прямому ефірі з нами поспілкуватися. Пане Андрію, для початку, як ви себе особисто почуваєте? Чи є якісь застереження і яка ситуація спочатку у Пекіні? Розказуйте. Ну, спасибо, що інтересуєтесь, як я себе чувствую. Слава Богу, поки все вашими молитвами. По поводу ситуации в Пекине, она спокойная. Конечно же, люди знают о том, что просто сейчас массовое нашествие этой беды под названием коронавирус. Поэтому предостерегаются как могут, носят маски. Правда, не все. Я сам был на собственном карантине у себя дома, несколько дней не выходил на улицу, но начиная со вчера уже делаю такие попытки рассмотреться, что же происходит все-таки вокруг. Вокруг есть люди, их все больше на улице. Конечно же, не массово, не так, как для несколько миллионов города, но есть. В метро очень мало людей. Большое, ну, скажем так, массово люди находятся в магазинах, супермаркетах. Закрыты школы, все развлекательные заведения. Ну, говорят, это в разных городах по-разному. До 3 числа развлекательные заведения, а вот школы и садики находятся под карантином до 17 числа. Пане Андрію, от нам взагалі тут в Україні з практично усіх інформаційних сайтів, телеканалів дають інформацію, начебто у Пекіні, в Китаї, паніка, люди бідкаються, втрачають там свідомість, падають, черги, паніка в лікарнях, усі просто бояться виходити з дому. Чи так це насправді, чи все ж таки тут нам трошки примальовують блокбастер такий собі, трилер навіть, я б сказав? Ну, скажу так, я об названні коронавірусу слышав вперше тільки 22 числа цього місяця, коли меня попросили прокомментировать эту ситуацию. До этого я слышал о какой-то эпидемии, которую воспринял как просто очередной грипп, какой-то из его типов. Но когда стало понятно, что это действительно большая эпидемия под названием коронавирус, конечно, я прошу прощения, к чему я это вел, какой был вопрос? Да, пане Андрію, у мене ще одне питання до вас. Вже попри цю паніку фейкову, це моє особисте бачення, відходячи від ваших слів. Олег, хочу сказать по поводу паники. Вот когда я это услышал, сразу после этих всех сообщений увидел в интернете массу фейковых. Ну, тогда я, конечно, не понимал, фейковые это или нет, поскольку своими глазами этого не видел, но то, что выставляли люди, это было, конечно, действительно ужасающе. Но поскольку потом начал разбираться, конечно же, все эти падения людей на улице, в метро, вытаскивание людей из каких-либо помещений, транспортировка их, скорой помощи – это абсолютные фейки, которые, скорее всего, если это и было сделано в Китае, это видео, ну, какое-то из них, то это было еще в 2003 году, когда такая же эпидемия бурлила в Китае, ну, только не этого типа. И останнє питання, по поводу Андрію. Паники ее нету совершенно. То есть ни у китайцев, они все так же продолжают ходить в гости. Пане Андрію, останнє питання до вас, вже більш дипломатичне. Скажіть, будь ласка, я знаю, що посольство України є в Китаї безпосередньо. Чи вони якісь дії впроваджують? Чи як вони зараз піклуються про українських громадян, які в Китаї лишилися?
Коммуникация есть какая-то? Вы знаете, это одновременно сложный и простой вопрос, поскольку действительно посольство Украины в КНР есть, но его существование кажется чисто формально. Вы уже вспоминали в своем эфире о эвакуации сегодняшней украинцев, но также в сети появилась информация о том, что 1-3 числа МАУ авиакомпания будет также эвакуировать украинцев из Китая. Вот для этой подтверждения или опровержения этой информации обратился в группу, официальную группу посольства, в WeChat, это такая социальная сеть, но абсолютно не услышал никакого ответа от официальных лиц, которые, в общем-то, и представляют эту группу. И, к сожалению, меня даже удалили, поскольку сказали, что я нарушаю правила этой группы. Но и эта ситуация, к сожалению, она отображает работу, скорее всего, нашего посольства, которое, в общем-то, не принимает участие никоим образом.